Число жертв теракта в Мавзолее на юге Пакистана увеличилось до 52. Среди них есть женщины и дети. Более сотни человек получили ранения. Взрыв прогремел в субботу во внутреннем дворе храма в провинции Белуджистан во время церемонии, когда на его территории находились не менее 500 человек. По данным пакистанских изданий, самоподрыв совершил 14-летний подросток. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. Всех пострадавших доставили в больницы города Карачи, расположенного в 250 километрах от места ЧП.